Здравствуйте. В эфире телевизионно-исторический журнал «Власть факта». Сегодня в программе. Солдат морской пехоты Ханна Снелл в поисках пропавшего мужа. Подвиги маркитанток в армии Наполеона. Женщины в солдатских шинелях – первые феминистки Соединенных Штатов. Боевая подруга и танкист Мария Октябрьская. Женщина и война – две вещи несовместные. Как красавица и чудовище, как девушка и смерть. Считается, что война – дело мужское. Профессиональный военный праздник 23 февраля мы, не задумываясь, отмечаем как праздник гендерный, мужской. А что в этот день делать полумиллиону российских женщин в погонах? Дожидаться 8 марта? Женщин-военных и женщин-полководцев было в истории множество. От ассирийской царицы Семирамиды до спасительницы Франции Жанны д'Арк. От гусар-девицы Надежды Дуровой до советских летчиц Полины Осипенко и Марины Росковой. И в то же время история войны полна чисто женскими сюжетами. Это маркитантки и сестры милосердия. Это солдатские матери и солдатские жены. Женщина играет на войне две роли. Традиционно мужские, связанные с насилием, и традиционно женские, связанные с помощью и милосердием. И все же, является ли война только мужским делом? Женщина на войне – это отклонение от веками заданной нормы или уже само по себе стало нормой? В 1915 год. В Первую мировую войну молодая крестьянка Мария Бочкарева, добровольно ушедшая на фронт, вынесла с полей сражения 50 раненых бойцов и стала живой легендой. За подвиги ее наградили двумя георгиевскими крестами и медалями. Позже Мария Бочкарева возглавила первый в истории России добровольческий женский батальон. 1541 год. Инес де Суарес, возлюбленная конкистадора Педро де Вальдивия, первого губернатора Чили, прославилась во время защиты небольшого испанского поселения Сантьяго от тысяч индейцев мапуче. Инес де Суарес проявила смекалку и решительность, возглавив в критический момент вылазку конкистадоров. Это помогло осажденным испанцам избежать поражения и обратить индейцев, превосходящих их по численности в несколько раз, в паническое бегство. 12 век. В Японии во время войны между самурайскими кланами прославилась легендарная женщина-самурай Томоэ Газен, которая сражалась вместе с родными братьями. Томоэ одерживала победы над многими самураями и в одном из боев обезглавила самого знаменитого самурая Японии Ондо Муросиги. Травести – это не только театральное амплуа, но и любое переодевание женщины в мужчину или мужчины в женщину. Это происходит как в драматических театрах, так и на театрах военных действий. Для того, чтобы сравняться с мужчинами в войне или наоборот, чтобы защититься от мужского произвола, женщины переодеваются в мужское платье. Жанна д'Арк вела французов на штурм Орлеана, облаченная в мужские доспехи. Но именно ношение мужской одежды стало одним из главных обвинений, которые церковь предъявила ей на суде. Гусар-девица Надежда Дурова также воевала в мужской одежде и продолжала носить ее до самого конца жизни. Наш рассказ об одной из самых известных травести, где к теме переодевания женщины в мужчину добавилась тема брошенной жены. Июня 1750 года в лондонском пабе шумно гуляли военные моряки Ост-Индской компании. Неожиданно Джеймс Грей, самый молодой из них, встал и потребовал внимания. Сказанное им потрясло не только видавших виды моряков, но и весь Лондон. Сегодня Джеймс Грей сбрасывает свою кожу, как змея, и становится новым созданием. Я такая же женщина, как и моя мать. Мое настоящее имя – Ханна Снелл. Женщина, надевавшая мужское платье и избегавшая в армию. Русская гусар-девица Надежда Дурова или британка Кит Кавенах, служившая в полку драгунов. Что толкало их на путь тяжелой военной карьеры? Желание славы, любовь к мужчине или ненависть к своему женскому обличью? У каждой была своя причина.
Ханна Снелл была 9-м ребенком в семье небогатого торговца текстилем из английского Вустера. Рассказывали, что Ханна в 10-летнем возрасте любила надевать солдатский мундир и маршировать вдоль родной Фриар-стрит. Став взрослой, она вышла замуж, и будущее не предвещало никаких неожиданностей. Но когда Ханне исполнилось 22 года, и она была на 7-м месяце беременности, ее муж, голландский моряк Джеймс Самс, бросил семью. После рождения, а затем смерти младенца, Ханна оборвала все связи с кровными родственниками и решила отправиться на поиски мужа, человека, который безо всякой причины ранил ее столь сильно. В те времена женщина могла путешествовать одна, лишь переодевшись мужчиной. Я отрезала волосы и облачилась в одежду своего мужа. Также я приняла меры предосторожности, надев специально подготовленные парик, шляпу и жилет. Именно так описала свое превращение в мужчину другая знаменитая британка – Кит Кавенах. Под именем своего кузена Джеймса Грея Ханна Снелл тоже завербовалась на военную службу. Скрыть свой пол, по ее словам, ей помогла небольшая грудь и наличие амуниции, которая, подобно крепостным воротам, укрывала от боевых товарищей ее маленький секрет. В тот год в Англию вторглась католическая армия Карла Стюарта, претендента на английский престол. Ханна, как и многие протестанты, рвалась сражаться с агрессорами. Но повоевать с якобитами ей не удалось, а вот оценить прелесть армейской службы она успела. Сержант полка, где она служила, приказал ей стать соучастником соблазнения молоденькой служанки. Возмущенная Ханна предупредила девушку, за что и была наказана. Сержант приговорил солдата Джеймса Грея к 600 плетей. После экзекуции Ханна дезертировала, однако военную службу решила не оставлять. 23 октября 1747 года Джеймс Грей сел на военный корабль, направлявшийся в Индию. Ханна Снелл завербовалась в знаменитую британскую морскую пехоту. Головорезов, прошедших десятки сражений, очень насмешил юный солдатик, чья гладкая кожа, очевидно, не знала бритвы. Они даже придумали ему обидное прозвище – «Девица». Но оценив озорной и открытый нрав Джеймса, товарищи стали называть его «Весельчаком Джимми». А вскоре представилась возможность проверить новобранца в бою. Во второй половине 18 века британцы и французы с переменным успехом сражались за стратегически важную колонию в Бенгальском заливе Пондишерри. В этих сражениях участвовал полк, в котором служил Джеймс Грей. 12 ранений – таков был послужной список бравого солдата. Лишь единственный раз Снелл не смогла при ранении обойтись без посторонней помощи, и тогда пулю из ее бедра извлекла индийская медсестра. Битва за Пондишерри окончилась неудачей, и экспедиционный корпус вернулся в Европу. Там Снелл узнала, что ее муж был казнен в Генуе. Смысла прятаться под мужским платьем больше не было. Ветеран Ханна Снелл подала прошение о военной пенсии. Тем временем имя этой простой и неграмотной женщины превратилось в легенду. А Ханне исполняли баллады и ставили пьесы, художники рисовали ее портреты. Известный издатель Роберт Уолкер записал ее историю. Книга «Женщина-солдат. Удивительная жизнь и приключения Ханны Снелл» сразу стала очень популярна и выдержала несколько изданий. В 1750 году Ханна Снелл получила военную пенсию. Она была одной из немногих женщин, чья военная карьера в мужском платье была официально подтверждена. Остаток жизни Снелл провела не столь активно. Владела трактиром под названием «Женщина-солдат», а вскоре вышла замуж и родила 2 сыновей. Через 40 с небольшим лет во Франции началась Великая революция, давшая женщинам возможность, не скрывая свой пол, стоять в военном строю вместе с мужчинами. Но Ханна Снелл об этом уже не узнала. 8 февраля 1792 года женщина-солдат умерла. В греческой мифологии было множество женщин с оружием. Воительница Афина со щитом, на котором была голова медузы Горгоны. Охотница Артемида с луком. Аталанта, одна из немногих смертных, силой превосходящая мужчин, участвовавшая в экспедиции аргонавтов. Но царицами войны оставались, конечно, амазонки. Вокруг женщин с оружием традиционно складывалось много мифов. В
Древнегреческий историк Геродот рассказывал, как амазонки совершали сокрушительные набеги на греческие города-полисы в Средней Азии и на Балканах. Амазонки были непревзойденными наездницами, отлично владели оружием и часто побеждали в схватках с мужчинами. Долгое время эти рассказы считались мифом, как и многое другое, описанное Геродотом. Но в конце XIX века русский ученый граф Бобринский, проводивший исследования похоронных курганов на юге Украины, раскопал женские захоронения, изобиловавшие богатым оружием. Со времен графа Бобринского русские и украинские археологи обнаружили десятки новых захоронений амазонок. Так подтвердилось существование культуры, роль воинов в которой исполняли женщины. Пьеса «Мамаша Кураж и ее дети» была написана Бертольдом Брехтом в самый канун Второй мировой войны. За плутовской интригой, проделками и приключениями маркетантки Кураж в ходе 30-летней войны в 17 веке стоит антивоенный пафос и мысли о том, что женщина и война – две вещи несовместные. Драматургический конфликт основан на идее о том, что нельзя одновременно наживаться на войне и быть матерью. Все трое детей Кураж гибнут. В первой постановке пьесы в послевоенном Берлине на пустой сцене без декораций вращался сценический круг, и по нему против движения мамаша Кураж тянула свою повозку, олицетворяя собой весь абсурд войны. А между тем у нее был реальный прототип – Либуша Куража из чешского города Прахатице. И вполне реальная профессия, распространенная в те годы, когда война была делом обыденным. Я маркетантка полковая, я продаю, даю и пью вино и водку, утешая солдатскую семью. Эти строки и все стихотворение «Маркетантка» французский поэт Беранже написал, имея в виду реальную женщину, Марию по прозвищу «Деревянная голова», ставшую настоящим символом маркетантки эпохи наполеоновских войн. Она родилась в 1763 году в доме инвалидов, выросла в сугубо мужской среде и с измальства обзавелась мужскими привычками. От нее пахло табаком, водкой и прочими ароматами. Маркетантка умела стрелять, сворачивать патроны и фехтовать. За физическую силу и твердый характер солдаты уважительно называли ее «Мсье Мария». Она участвовала в 17 кампаниях корсиканца. В армии Мария вышла замуж и в 1800 году родила сына, которого нежно любила. Мальчик с 10 лет служил барабанщиком в полку воспитанников императорской гвардии. Сам Наполеон обещал Марии, что лично произведет ее сына в сержанты. Но император не смог выполнить свое обещание. В 14 году Мария потеряла и сына, и мужа. Оба были убиты в сражениях. Мария пережила их меньше, чем на год. В 1815 году при Ватерлоо Мария несла по полю бочонок с вином. В маркетанку попало ядро и разорвало ее надвое. Маркетантки были во многих армиях, но наиболее яркий след в военной истории оставили француженки. В 17 веке король Франции Людовик XIV создал регулярную армию, одну из первых в Европе. Но содержать солдат вместе с их семьями за счет казны оказалось слишком дорого. Тогда, чтобы снизить расходы, военный министр Людовика запретил солдатам создавать семьи. Неудивительно, что в армии стало нарастать недовольство. И тогда властям пришлось пойти на уступки и позволить солдатам жениться. Но только одному из десятерых. Содержать семью на скудное жалование было почти невозможно. И жены солдат стали зарабатывать сами. Торговать в полку самыми востребованными товарами. Табаком, вином, продуктами, нитками с иголками, бумагой для писем и прочим. К каждому полку было приписано 3 или 4 маркетантки. С пехотой они шагали рядом или ехали на телегах в обозе, а за кавалерией скакали верхом. Отвага и смелость французских маркетанток были общеизвестными. Луи Франсуа Лежен, французский художник и бригадный генерал, увековечил на одном из своих полотен маркетантку Катрин Балан. В центре картины «Битва при Чеклана-Боросса» отважная маркетантка на коне в коричневом платье и чепце. Сражение в разгаре, а она раздает идущим в бой солдатам бренди. Кстати, как правило, во время боя маркетантки денег за свой товар не брали.
Этот подвиг Катрин Болан позже был удостоен Ордена Почетного Легиона. Зачастую маркетантки на поле боя заменяли медсестер. Они перевязывали раненых солдат и давали им глотнуть крепких напитков. Это спасало многих от болевого шока, который часто становился причиной смерти. А некоторые маркетантки даже сами брали в руки оружие. В одном из сражений 1812 года Жозефина Тренкар из 63-го линейного полка увидела, что ранен командир батальона. Маркетантка бросилась к нему на помощь, а с ней еще трое солдат. До раненого командира Жозефина добралась уже без помощников. Всех троих убили. Кругом были неприятели, но маркетантка не растерялась. Она убила из пистолетов и ранила штыком нескольких врагов, после чего положила раненого командира поперек седла и вывезла его из боя. В то время Жозефине было всего 20 лет. Так же, как и отважная Катрин Болан, она получила Орден Почетного Легиона. Со времен Людовика XIV деятельность маркетанток практически не контролировалась. Они закупали продовольствие по своему усмотрению и назначали произвольные цены. Но с приходом к власти Наполеона маркетантки обязаны были получить патент. Это разрешение на торговлю в армии содержало множество подробностей. В нем указывалось не только имя маркетантки, но и ее словесный портрет. Кроме этого, в патенте было написано, что цены на товары должны быть не выше ярмарочных, иначе маркетантке грозил штраф и даже конфискация. Солдаты, как правило, любили своих маркетанток и старались оградить их от опасностей и оскорблений. Имущество и честь маркетанток находились под защитой военных законов, и обидчики карались трибуналом. В ответ женщины заботились о солдатах, как о своих детях. Порой после гибели мужа полк становился для маркетанток единственной семьей. В решающие моменты жизни нации, когда вся страна поднимается на войну, символом сопротивления, как правило, становится не мужчина, а женщина. Такова свобода на баррикадах Эжена Делакруа. Такова наша родина-мать на плакате Таидзе или в скульптуре Вучетича. В Испании во время наполеоновского вторжения в 1809 году символом сопротивления тоже стала девушка. Летом 1808 года произошло сражение у стен испанского города Сарагосы с наполеоновскими захватчиками. Тогда же художник Франсиско Гойя создал серию афортов «Бедствия войны». На одном из них, под названием «Какое мужество», художник изобразил реальный подвиг молодой жительницы Сарагосы Марии Агастины. Когда все защитники батареи пали, она встала у орудия и продолжила борьбу. Через год, во время второй осады города французами, отважная женщина погибла. В американской армии 1/5 личного состава женщины. Причем не на тыловых или вспомогательных должностях, как у нас, а на самых, что ни есть, боевых. Феминизация американской армии – традиция давняя, восходящая еще к гражданской войне в США, когда борьба женщин за право участвовать в войне была частью общей борьбы за гражданские права. Войны, как и любые национальные бедствия, выбрасывают общество из привычной ситуации, разрушают гендерные стереотипы, дают женщинам новую роль. Когда я просматривал сайты американских феминисток, меня впечатлило то, какое значение они придают роли войны в становлении прав женщин. Потому что, как говорят в Америке, у женщин своя война – Battle of the Sexes – битва полов. В том числе битва женщин за право умереть за родину. Когда в 1855 году американка Мэри Уокер окончила медицинский колледж, она была единственной выпускницей среди мужчин. Женщина-врач, в середине 19 века это звучало как неудачная шутка. Частная практика Уокер не задалась. Мало кто хотел доверять свои здоровье и жизнь доктору в юбке. А в апреле 1861-го началась кровопролитная гражданская война между Севером и Югом. Уже в первый год войны потери обеих сторон были огромны. Одно сражение порой уносило больше жизней, чем все предыдущие войны Америки вместе взятые. Армия федералистов остро ощутила нехватку медиков. Тогда-то Мэри Уокер и решила стать добровольцем.
Несмотря на то, что у нее был диплом врача, служить ей позволили лишь в качестве медсестры. Предрассудки в армии все еще не позволяли признать официальный статус доктора женщины. Утром 19 сентября 1863 года войска юга и севера встретились на берегу реки Чикамоги, что на языке индейцев означает «кровавая река». Поле сражения превратилось в настоящую мясорубку, в которой погибли десятки тысяч южан и северян, а Чикамога действительно стала кровавой. Раненых было так много, что врачи не успевали помогать всем. Каждые руки, умевшие держать скальпель, были на вес золота. Никого уже не волновало, мужчина или женщина вытаскивает пули и накладывает швы. И Мэри без труда получила разрешение армейского начальства на работу в качестве хирурга. В январе 1864 года ее официально назначили ассистентом хирурга и произвели в лейтенанты. Когда война окончилась, Мэри была представлена к высшей военной награде Соединенных Штатов – медали почета. Это был беспрецедентный случай. Медаль почета после Уокер больше не получила ни одна женщина. После войны на местах сражений начали появляться памятники павшим в боях солдатам Северной армии. В то время как погибших южан хоронили наскоро, и о памятниках побежденным не было и речи. Победившие янки хотели стереть даже саму память о старом аристократическом юге. Но жены и матери юга не могли позволить своим героям лежать в безвестных могилах. Дамы здесь хуже гиен. Они торжественно пронесли тело генерала Конфедерации по улицам и похоронили его с воинскими почестями. А мы не осмелились им помешать, писал в 1868 году офицер Северной армии, служивший на оккупированной южной территории. У южанки Каролины Дуглас в первые дни войны погиб брат. С этого времени ее дом превратился в женский штаб, где работали на благо фронта. Вязали и шили одежду солдатам, щипали корпию для раненых. После войны Каролина занялась увековечиванием памяти погибших. Вместе с другими женщинами она собрала деньги и купила почти целое кладбище, на которое были перенесены останки солдат Южной армии. Там же южанки возвели большой монумент в память о погибших. В 1890 году Каролина Дуглас стала председателем общества, которое позже получило название «Объединенные дочери Конфедерации». Девиз дочерей состоял из пяти глаголов: «любить», «жить», «молиться», «думать», «осмеливаться». Вступить в общество могла любая женщина старше 16 лет. Желали они этого или нет, но дочери Конфедерации укрепляли позиции женского движения за гражданские права. В то время одной из главных тем борьбы американских женщин-суфражисток феминистского движения было признание правительством того факта, что в гражданской войне по обе стороны принимали участие и дамы, хотя большинство из них по старинке пряталось под мужским платьем. В 1909 году журналистка Ида Тарбелл написала письмо генерал-адъютанту армии генералу Эйнсворту. «Я хотела бы узнать, вел ли ваш департамент подсчет женщин, участвовавших в гражданской войне, и есть ли в вашем распоряжении какие-либо записи о женщинах, состоявших на военной службе?» Ответ Эйнсворта был однозначным. Согласно документам, ни одна женщина не участвовала в войне в качестве солдата. Генерал-адъютант лукавил. Сохранились рапорты о разоблачении женщин-солдат. Но это предпочитали замалчивать. Гражданская война должна была оставаться войной мужчин. Единственной женщиной, чье участие в войне было официально признано властями, оказалась Мэри Уокер. В отличие от других женщин-солдат, Уокер не прятала на войне принадлежность к своему полу. Она оставила длинные волосы и носила женственную прическу. Но за это время Мэри привыкла к мужскому костюму. Женские платья с корсетами слишком вызывающие и причиняют чересчур много беспокойства, говорила она, и после войны сменила форму офицера-врача на цивильную мужскую одежду, носила цилиндр, пиджак и брюки. Ее внешний вид шокировал окружающих. Уокер стала одной из первых женщин в Америке, появившихся на публике в брюках. Однажды ее арестовали за безнравственность, каковая заключалась в изображении из себя лица мужского пола. Представ перед судом, доктор Уокер произнесла пламенную речь.
Она отстаивала право одеваться по своему вкусу в свободной Америке, за которую 4 года подвергала свою жизнь опасности на полях сражений. Сражений во имя свободы и прав человека. В 1917 году Конгресс Соединенных Штатов принял закон, согласно которому боевые награды тех, кто непосредственно с оружием в руках не участвовал в боевых операциях гражданской войны, аннулировались. Следуя закону, Мэри Уокер должна была вернуть свою медаль почета. Но она отказалась это сделать и продолжала носить ее на лацкане своего костюма до самой смерти. Лишь через 60 лет президент Джимми Картер подтвердил право женщины-врача на заслуженную медаль почета. Три войны в истории Америки, война за независимость, гражданская война и Первая мировая война, серьезно повлияли на расширение прав женщин. Борьба за независимость, широкое участие в ней американок привели к тому, что был впервые поставлен вопрос о политических правах женщины. Абигейл Адамс сделала это в письме к своему мужу, будущему второму президенту Америки, Джону Адамсу. Но он отреагировал на это с юмором. Гражданская война 1861-65 годов широким образом задела женщин. Уже через несколько дней после начала войны и Юг, и Север создали более 20 тысяч благотворительных женских организаций, которые занимались снабжением армии. Женщины очень надеялись, что отмена дискриминации рабов приведет к отмене дискриминации женщин. Однако этого не произошло. Последняя треть XIX века и борьба женщин за свои права приводят к резкому расширению прав женщин. Женщины получают право на высшее образование, на равенство мужских и женских дипломов, на право работы в тех сферах, куда раньше их не допускали, на право собственности. Однако опять политических прав женщины не добились. И поэтому в начале 20 века женщины решили свои права объединить во всем мире. В 1904 году был создан Международный женский союз за политические права. К Первой мировой войне в него объединилось уже 24 государства. Первая мировая война серьезным образом изменила положение женщин. Женщины заменили ушедших на фронт мужей в экономике, в управлении. Впервые в Америке была введена воинская повинность. Америка создает армию в 5 миллионов человек. Значит, мужские руки из экономики и управления уходят. И они были заменены женщинами. Вклад и роль женщины в Первой мировой войне широко была признана. Кроме того, что они заменили мужчин на производстве, в управлении, они получили право, официальное право принимать участие в военных действиях. Признание заслуг женщин, их участие в этой Первой мировой войне привело к тому, что в 1920 году американки получили право голоса. «В 22 солдатка, в 23 вдова», — поет Алла Пугачева. Женщины, ждущие мужей с войны, были всегда и везде. Но, кажется, только в русском языке есть это слово «солдатка». Слово «судьба», слово «приговор». В нем 25 лет рекручены, горький дым разлуки и одиночества. И тем интереснее судьба русской, советской женщины, которая пошла наперекор судьбе и из солдатки стала солдатом. Смена грамматического рода из солдатки в солдата стала для нее также сменой социальной роли, переходом от пассивности к активности. Речь идет о женщине-танкисте Марии Октябрьской. Интересно, что в русском языке даже нет слова «танкистка», потому что гендерная дискриминация записана в самой грамматике языка. Мы расскажем о женщине, которая пошла наперекор нормам языка. Солдатка. Во времена рекрутских наборов это звучало как приговор. В годы Великой Отечественной – как призыв. То, что раньше было участью относительно немногих, в 41-м стало судьбой почти всех русских женщин. В 19 веке с каждым рекрутским набором у солдатских жен начиналась своя война. Война за выживание длиной в 25 лет. В 20 веке война была одна на всех. И женщины в тылу сражались за победу так же, как их мужья на фронте. Солдатки царской России часто не знали, за что погибают их мужья и кого винить в их смерти. Солдатки сороковых
мстили за своих любимых. Председателю Государственного комитета обороны, Верховному главнокомандующему. Москва, Кремль, 3 марта 1943 года. В боях за Родину погиб мой муж. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои сбережения. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Это письмо Мария Октябрьская написала Сталину лишь после того, как военкомат трижды отверг просьбу отправить ее на фронт. Сталин не отказал. Так началась история мести и подвига Октябрьской. Мария выбрала жизнь солдатки еще до войны. Ее избранник Илья Октябрьский был курсантом кавалерийской школы, а через несколько лет стал полковым комиссаром. Как любая офицерская семья, Октябрьские сменили немало гарнизонов. В 1941 году они жили в Кишиневе, городе, который одним из первых подвергся бомбежке в ночь на 22 июня. В первый же день войны всех женщин военного городка отправили в эвакуацию. Местом назначения стал Томск. Позже Мария жалела, что не осталась с мужем, ведь у нее за плечами были шоферские и медицинские курсы, а главное – занятия стрельбой. Однако вернуться на фронт она смогла только через полтора года. Может, и не вернулась бы, но летом 42-го она получила похоронку. Теперь ей больше некого было ждать с войны. Оставалось только отомстить за любимого. Мария решила купить танк и лично повести его в бой. Она продала все свои вещи, но собрать нужную сумму не удалось. Недостающие деньги она заработала рукоделием. И осенью 43-го, наконец, увидела свою боевую подругу. Имя танка было написано белой краской на обоих бортах. Это был своего рода привет всем бойцам от жен и любимых. И среди множества Т-34 этой машине суждено было прославиться. Причем ее слава началась с первого же сражения в Витебской области под Новым Селом. Из журнала боевых действий. Части бригады уничтожили до 100 солдат и офицеров противника, до 2 батарей 71-миллиметровых орудий, 15 пулеметов и 1 танк «Фердинанд». Батальон потерял 2 танка. Боевая подруга была подбита. Так непросто дался экипажу танка первый бой. Снаряд попал в гусеницу, и машина скатилась во враг. Обстрел продолжался, но Октябрьская и ее товарищи решили не оставлять подругу в беде. Сражение длилось 2 суток. Ночью экипаж пытался отремонтировать машину. Наконец, танк был приведен в боевую готовность и продолжил битву за Новое Село. Так солдатка стала настоящим воином. Боевую подругу и ее экипаж приводили в пример другим танкистам. Но удача недолго улыбалась Октябрьской. Роковой для танка стала битва за село Крынки в январе 44-го. Танк снова был подбит. И снова было принято решение попытаться отремонтировать его на поле боя. Однако в этот раз враг не промахнулся. Мария была тяжело ранена осколком мины. Ни в полевом госпитале, ни в Смоленской больнице ей так и не смогли помочь. Она умерла 15 марта. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено посмертно. А имя «Боевая подруга» еще долго напоминало бойцам о тех, кто ждал их с войны. Уцелевшие члены экипажа танка дали это название своей новой машине. Затем еще одной. На 4-й по счету «Боевой подруги» они вошли в Берлин. Отныне это название имело двойной смысл. Оно напоминало товарищам их собственную боевую подругу Марию Октябрьскую. Летом 1944 года в Германии проходили испытания пилотируемого варианта крылатой ракеты V-1 под названием «Рейхенберг». Эти испытания проводила знаменитая еще в 30-х годах немецкая летчица, капитан Люфтваффе Ханна Рейч. В дальнейшем такие ракеты должны были пилотировать добровольцы-смертники. И
Ильич – единственная женщина, награжденная Железным крестом первого и второго класса. После разгрома фашистской Германии она 15 месяцев пробыла в плену у американцев. Умерла Ханна Рейч в 1979 году. Эмансипация неотвратима. Уже не осталось на планете чисто мужских профессий и территорий. Вслед за женщинами-футболистами и женщинами-хоккеистами появились женщины-боксеры и женщины-штангисты. В протестантских церквях женщина-священник – обычное дело. Архитектор Заха Хадид опровергает миф о том, что женщины не способны к пространственному мышлению. И, конечно, в военной профессии для женщин давно уже нету запретных зон. В норвежских ВМС женщина Солвейг Крей командует подводной лодкой. В израильской армии бригадный генерал Ори Адато командует армейским корпусом. И все же хотелось бы, чтобы тема «Женщина и война» осталась исключительно в истории и в нашей программе. Это была программа «Власть факта». Увидимся через неделю.